посмотрите. Что мы с ним делаем? Ты его можешь чем-то поднять? Есть боевой стимулятор? Есть, сейчас. Повар, закрой там выход! Я держу выход. Не, за девчонками там закрой. Что? Повар, вот оттуда, чуть-чуть правее. Ну, братишка, давай. Няма-няма. Спокойно. Балдер, если шо, орать. Если шо, орать будет он. Лоуренс, ты в порядке? Лоуренс, ты в порядке? Если учесть то, что последние 5 минут я провел в этой лаборатории среди ученых. Среди ученых? Среди ученых. Каких ученых? Они проводили испытания для каких-то заключенных. Я был лаборантом. Что ты делал? Проверки подавал. Я ничего, я был как бы зрителем в чужом теле. То есть ты хочешь сказать, ты что ты видишь? Я все ощущал. Но я не могу контролировать движение. Чем вы занимались? Я не знаю. Там мне говорили, что, что это заключенные, что это отбросы. И проект Владыка. Цель проекта. Ты знаешь? Я не знаю. Что именно разрабатывалось? Я так понял, какая-то генная инженерия. Понятно, вы ставили на что такое прибор спрятка? Не знаю, я 5 минут там был, я не... Все, что я услышал, это... Саша, как называлось вещество? Это разговор двух ученых. Саша, как называлось вещество? Как называлось вещество, Саша? Б-14. Что такое вещество Б-14? Какой-то катализатор. Катализатор чего? Процесса. Процесса чего? Что катализирует? Какие процессы? Я не знаю, но могу догадаться, что катализирует процесс. Ну, любой катализатор катализирует процесс. Процесс чего? Генетического преобразования. Во что? Я не знаю. Вспоминай быстрее, во что? В записи упоминалось, что тело заключенного изменилось. Как оно изменилось? Он приказал одному охраннику убить второго. С воздействия? Я не знаю, как это... Он ему сказал, слышь, ты убей его, или он как-то это сделал на ментальном уровне? Он да, он не сказал ни слова. То есть это похоже на известных нам контролеров, которые по зоне бродят? Да, это, наверное, был прообраз, что ли. Ну что, вы контролеры замутили? Молодцы какие, блядь. Слышишь, чистое небо? Ну ты понял, откуда контролеры? Может быть, это не те контролеры, а про которого мы знаем. Знаете, что в сознании был разумный контролер? Даже не разумный. Человек с возможностями контролера, который воровал нейтралов и водил их в лабораторию сознания. На них ставили эксперимент. Я слышал, в зоне много было перебинтованных сталкеров. Да, может, это и есть этот удачный эксперимент, образец номер 78. Ты знаешь, как он выглядел? Контролер? Ты имеешь в виду перебинтованного сталкера, который был... Нет, ну, перебинтованных сталкеров, я слышал, их воровали какие-то черные ребята. А как у них насчет самостоятельного передвижения ногами? Ладно. Ну, эти парни ваши 78 мог ходить ножками своими?
Причем, в смысле мой? Я же говорю, на видео на записи было 78-й образец. Ну понятно, имеется в виду, что ваше, о том, о котором ты говоришь. Он там бегал, прыгал, или он там просто сидел и ничего не мог делать, носу ковырял. Сейчас ты меня с того Он был разумный, подвижный.